Это тогда можно, если что, в Каражан, да, пойти? Если у тебя Или один персонаж. ну да, один. Ну, второй он просто слабый, Это если что. ты Притон? Нет, это мистер А, Фэнк. мистер, что там попутал вас. У меня есть вар, но он слабенький такой. Ну, 5-6. слабенький там, сам думаю. Его же надо одеть сначала, чтобы нормальные рейды сходить. Все, вон, три танка есть у вас там. Два ДК и хамелеон. Нормально, с 21 человек, в принципе. Тянет с пивом. Я вот про Чё? хила просто думаю. Есть у кого-то еще хил? Я знаю, Зевандис есть. У Хэлла есть. А, Хэлла Шамси. есть. Угу. Можем Магнуса в ДЦ-шку заставить У нас сесть. уже есть ДЦ. Ну хотя у нас морда есть, нам не надо это. Леха там. Нет, у нас уже есть, не надо. Ладно, хэлэ закину туда. Хамелеон, ты танчил свет? Нет, только тьму. А, ты даже тьму танчил, нихуя себе. Там, а чё там в свету? Только этот Все, Red Ball не надо, летающийся. ты тьму и будешь танчить, скорее всего, потому что у нас танк тьму не танчил. У нас три танка, Артём, еще один зашел. А, да? Тренируешь. А нахуя он нужен? Ладно, я, пожалуй, запнусь. Я же не Это рылю. полетка. Спеков нету, пацанов. У моего нету, у хамелеона Она нету. там кого? А у кого из ДКшников ДД есть? У меня нету. Вон тот у тебя есть? Булрейт на раз. Чего-чего? Булрейт на раз. Сратый Нет. ДД. Ну, значит, танки будешь бегать просто так. Надо медведю делать сову просто. Наверное, было бы приятно, если бы вон тому разрешили зайти вместе с ДК, который будет тьму танчить, ну или с другим танком, чтобы он просто посмотрел, сразу же прям с ним залететь. Бля, да, не вот так. Можно, в принципе. Сука. Олд Ну карга, да, дайте блядь. мне вот этих побудителей, я заберу, и их убейте сразу первыми, блядь, а потом всех остальных, блядь. И переагривайте. Хэлла, ты шаришь во тьме там? Да. Угу. Так, ну будешь ты, наверное, Кремзо. Я-то иду на пару минут. А, нет. Я во тьме побегаю на друиде, спокойно. Хэлла, Натурал и Кремзол. Наверное, так. Зубраджин с ДЦшником свет похилят. А что здесь 25-ки? Сколько? 4 или 2 лезвия, то есть. Да. Ну, в смысле, одно сквозное. Один диаметр. Просто кто-то мне говорил, что здесь два лезвия. О, в дерево. Он тебя обманул. Может, шарика два, а не лезвие. Лезвие одно, а двух шариков. Он соединяет два шарика. Я просто не был 25-ки еще здесь. Все, 25-ка обычно от десятки 8, а там одно лезвие. 25-ка и десятка, насколько я помню. Тем не менее, это не мешает людям в нем сдохнуть.
Там туда врывается, я двоих заберу, этих побудителей. Моя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. У них каз сбивается? А, станом, станом, да. Станом, салом. Кик не работал. Фиром еще. Тайфуном там откидывал Каэлимовской. Притяжкой. Нужно еще отбежать. Как на Зулджине. В 25-ке зерг тактика работает вообще? Ну да. Мы зергать бы? Да зачем? Так быстрее? Ну хочешь зергай. Я помолчу, посижу. Я просто предложил. Не, я не зергаю. Я последний раз зергал в 15-м году на циркуле. Геру. Обычку никогда не зергали. Ну, здесь десятку ходили. Вроде работает. 25-ка не знаю. Ну да, десятки там как-то и людей поменьше, и затупов поменьше. Мне нравилось Геру зергать. Из-за людей только не получается. Единственное, что потом убрали возможность зергать ее на циркуле. Сделали, чтобы метеорок оставался под босса. И там, когда выходили, первый раз эту обнову сделали. Выходим такие зергать, блять. Даем Геру, а там две пачки трэша мобы выросшие стоят. Нормально. Вот и закончились наши зерги, стали по тактике играть. А тут не знаю, как в Гере будет. Ты еще ждать, когда ты 5 выпустит. А сперва же РС будет. Да, наверное. Хрен их знает, наверное. Ну, такая серьезная должна быть. Запанная. Как обычно. Какой-то друид-диверсант появился. Что за диверсант?
Ну давайте, чё. Биг дэмэдж на боссе. Вон тот, первую копию. Которая с него на 66% выйдет. А демона нету в рейде. А хамелеон последняя. Кого нету в рейде? Ну, взятый. Вон АФК плюс. Все, запускай. Рейндж сразу набирайте. Ребят, подъебал, не стойте, я его по кругу вести буду. Ебать его с тактики. А копии ловить, что с ними делать? Так же водить? Так же, за мной по кругу. О, нихуя себе. Вот сейчас появится с правого плеча босса. Вон тут копия. Поближе к боссу подбегай, сейчас появится. Съебал, блядь, откинул. А зеленка от этой хуйни работает, да? От какой? Откидываешь? От откидывания. Не. Да. Вроде нет, хуй знает. Перед 33% сдашь этот Big Damn T4 по рейду. Один в одном не обязательно водить. Просто так получилось. Чтобы это. Главное, чтобы вихри не получили двойной урон. Он они одновременно крутится. Рейндж набирайте. Тридцать 37%, смотри, готовься. На 30, да? А, вот вижу, да. Угу. Че, эту мишка ловишь? Че, он словил? Главное, хилы встаньте между тремя этими копиями, чтобы до всех танков доставать. И все, и в рейндж встаньте. Бить можно любую копию. Какую удобно. Только смотрите, агро с мишки не сорвите. Вон там олд карга сейчас сорвет с мишки. Смотри осторожно. Если срываете, бейте другую копию. Ну, так-то до пизды, как его водить, хоть стоять с ним, хоть водить. Если стоишь, то надо, чтобы в рендже люди стояли, стаки, не стакали на боссе. Ну, самое главное, конечно, под ебалом не стоять. Ну, вот хамелеон сдох, забирай. Биг Дэм, вон тот забирай. Копию хамелеоновскую. Заходите вниз. Ханты там на панели выставьте. Усмиряющий выстрел. На взлетке. Рейд стоит здесь, в центре. Тебе на ком красная метка над головой вправо-лево выбегаете. Там Т4 дашь под эту хуйню и все. Дайте касочку по рейд. Бы стоит. У нас же один плагин остался. Есть покупная каска? Зачем покупная? Дайте нормально, вар кликнет. Да, давай обычную каску, да и все. Крикни там тотем поставят на ману, блять. Скажешь, как будешь готов. Ладно, так.
Да пронос Грулахэм. А я хуй знаю. Хотите, можем сделать. Да пронос. Вы там не добили, что ли, его? У нас. Мы решили там почилить. Пришли на Гулане, закрыли руки три раза. Еще. Такие, да и пошла она вся нахуй. Ну да. А там три тела еще спать ушли. Потом голова болит, и еще что-то. Подъебало, миликов нету ставить. Пойди, святое. Мне вот надо сову где-то, кстати, найти. Я сильно думаю. На какое так, время? Чё? Время рейдов какое? 4. А, ну 4, оно совпадает просто с нашими 25-ка. Угу. Геройки усмиряющие же не работает, да? Да почему? Все работает. Не помню. Может быть, что-то на Сирусе меняли. Должно работать. Там такой дамаг, если, блядь, не работает. Не знаю, просто играл, там ХП скрутили на этой хуйне. Ну так-то можно по приколу. А то так скучный босс. Ну так если у нас будет холипал, я могу в сове быть спокойно. Так, Биг Дэм, давай на боссе, вон тот и Хамелеон, выбирайте лево-право, на мобах. Тилара слева, на пулиш, Довакин справа, мобов на танк. Ну, в принципе, им это не надо, я думаю. Эй, поля. Команов по группам раскидай. Так, давай раскидаем. Вот так сойдет. Гуляй. Алекс сразу выбрала достойных союзников. А, мимо. Хуёво поставил. Мимо, мимо, да. Побегай, подвигай его, блядь. Я так уже бегал, блядь. Ну, вроде нормально сейчас. Все бьется нормально. Берегитесь. Обратите их в пепел. По-моему, не работают шаманы, здесь нет гуси. Ну не работает, так не работает. Чё? Или вроде все работает. Или кто-то не успел поставить. А, в моей пати просто нет шума. Я себе не закинул. На первую пати похуй. Да я в четвертую, бля. В этот раз на четвертую похуй. Да как хули там танки, блять, палатины, ДКшники с зеленками. Ну, весь вот этот вот цвет общества. Да. Богема. Угу. Рапсодия, блядь, богемская. Дешевая. Лучшая из людей. Дешевая. ЛГБТ-парад. Дешевая рапсодия, блядь. У меня 5 стаков. 5 стаков, это значит сильнее хилить надо. Не зэп клан дам, потом можно... Зря ты, конечно, я так рано отдал, блядь. 8 лям еще. Там еще зубы есть, там еще есть. Давай, похуй, вон тот давай у нас Т4. А я проебал спир. Да. Давай, кровь вампира есть у тебя? Да, ключик нажал пока. Да, ран ты, конечно, сдал. В принципе, тебя не должно ебануть. У нас на пола нету, да? Или есть? Ну, два ханта. Я собрал еще кто-то. Да. У нас кто-то вылетел, блять. Или съебался, я так понял. С Бруджин, правильно, да? А, подожди, блядь, это я вас наебал. Это же я просто пати раскидывал.
Что там за квест? Это, погодите, это... Это у меня тут, видимо. О. Отлично, 250 туда дают. Да? Ну, это квест еще драконьим по госе дается, типа, нужно... Ой, я в пизду его. Нет, прикольный. Ну, когда очень я трудно качаешь... убить Халилана. А есть так. У кого-то поставить почтовый ящик? Значит, хилы, как я там говорил, зубраджин с ДЦшником, просто стоите в свету, не заходите в тьму, ждете это самое, вместе с... Кто там свет танчит? Биг дэмэдж будешь танчить свет. Кто ты? Втроем стоите, чилите. А во тьме хилят Кримзол, Хела и Друид. В тьму танчит Мишка, заходит там перед заходом, знаешь, прожмись. Потом чё? Вон тот, ты там специально, чтобы посмотреть, как мишки крутить. Там просто на шарики смотришь. И всё, и начинаешь крутить. Можно заранее начинать крутить, чтобы быть уверенным уже. Ну и всё, первая, вторая во тьме дамажит, третья, четвёртая в свет выходит. По хилам, по танкам сказал. Биг дэм будешь начинать, пулишь там поставишь. Проверка. Заходите сюда, вставайте, если вас стоит. Чтобы за огнем потом не оказаться. Даю отчет для танка. 5, 4, 3, 2, 1. Ага. А нахуя вы бьете босса раньше времени, блядь? Мистерия, раскол нажми. Так, кто у нас там? Зевандис, ресы. Перебегаем на ту сторону. Перебеги и ресы, Зевандис. Мистери. Я могу резать, тебя во тьме буду все равно потом. Ты там висит, не может быть. Сейчас вставать или... Конечно, конечно, вставай. Давайте читану. Все, фулбаф по нему. Каску, лапу приставал. Уноси черепок. Кто диспелит? Сейчас я посмотрю. Это я, видимо. Уберите от диспела руки. Встаньте. А, встаньте за кружком. Варданут, ты диспель свету, только не так. И локи там, если афлики какие-то есть, собак убейте своих. Прибегаем. Одно. Прибегаем на ту сторону. Черепок уноси. Пускай до стены добежит, потом диспель. Заходим только после танка. Вот танк, если что, на него квадрат поставлен. Смотрим, когда он зайдет. Заходить? Заходи. Заходим. Во тьме ставлю кружок, стоим в кружке. Выноси крестик. Вот обратите внимание, слева от кружка шарик летит. Вот, лезвие будет через 5 секунд, готовимся. Двигаемся в кружке. В кружке двигаемся. Выноси крестик на край. Встали сбоку. ДПС у нас мало. Дримботок. Вадикон, стоп, не дамаг. А. Так, ну дримботок, а Вадикон, когда в свет выйдешь, дамажить. Реснешь сначала. Ну, останется там дамажить. Ты смотри, не крути так хамелеон так, чтобы нас хвост... Ты сильно нас зажимаешь между хвостом и лезвием. Немножко... С тобой скривовато стоит, сложно. Смотри на нас тоже, посмотри. Крестик выноси, Майнис.
1% до фазы, готовьтесь к свету. Кружок встали? Вы кружок не видите? Мистери, как дела у тебя? Я кружок нахуя ставил. Третья, четвертая на выход. Тима стоп дамаг. Метеор перебежали. А той стороны, где он падает. Зубраджин Геру давай. Мистери, вставай. Взятый ты во тьме. Зайди всему обратно. После лезвия. Сейчас пока лезвие там. Каш. А, я сам вижу. Скажите, когда закончится лезвие. Лезвие закончилось. Закончилось, заходи, рарник выноси. Блять, мистери нахуй. Ты тут? Прибежали? Ну да, меня не рессали. Я понял, хорошо, лежи. Чили. Так, выноси свету карга. Во тьме Гримзу вынес, да? Да. Смотрите, во тьме танка не уронить. Чё у нас там? Сука, так хуёво видно, блять. Экран большой. Так, карга выноси и хэлла выноси. Перебегаем метеору. Перебегаем быстрее. На те зубраджины. Там, если хуёво поманишь, шаманы во тьме, поставьте себе тотем. Не забудешь Иннер, выноси Мордаунт, Мордадон. Хуй прочитаешь. Мордаунт. Хуй прочитаешь, блядь. Это просто морды. Морды. Да хуёво, просто ники. Выноси. Так, во тьме, да? Живу здесь. Перебежали метеор за кружком. Давай, Кин, вынеси мне тоже. Взятый там, смотри, в свету. Во тьме нормально все. Тут... Блять, это залил нахуй. А свету. Ну выбегайте из лужи. Там огромная лужа получилась. Я понял, блять. Из кого она была, интересно, блять. Не заметил. С ханта. А чё это ты не заметил? Там же последнее написано, сейчас скажу. Пылающий. Вот. Нет, вот. На живу здесь было последнее. Давакин, живу здесь. Пердобол. Живу здесь вынес. Живу здесь, значит, перед ним кто-то не вынес. Винст, не заходите. Сдыхайте, поворачивайтесь лицом к боссу. Заходите в огонь. Винст, не заходите. Последние два человека, вот Давакин, живу здесь. Давакин, это ты, да? Какого хуя, блядь? Так пропустил. Заходите. Подожди, а разве не одна метка вешается? Нет, почему? То есть ты, грубо говоря, на него кинулась, ты потом на тебя, то есть ты уже вынес, а он до сих пор стоит, и все, и вот, пахло все. Подожди, просто я думал, что босс кидает просто метку, короче, ее чел выносит, его диспелят, и на этом история заканчивается. Но на него не кинулась вынес, метка, да. Он ее не вынес, его захиливали и думали, что все, заебись. Да, она висит, а потом взрывается, когда время кончилось. Понял. Есть уже, сука, ведь. Она его убила уже дамагом, наверное. Да, нет, там, по-моему, там на какое-то время, на секунд 20, что ли, висит, что-то такое. Ну она весь пол сосрала, там просто надо максимум отойти кула. Ну он минуту, он говорит. Просто ДБМ поставил сначала на него метку, а есть же потом на другого метку, и никто не видел. Угу. Ладно, я Тёмкой паролю, короче. Я примерно понял. А чё, есть Джесса Пойнт? Хуй знает, у меня нету G. Поставьте мамонта нахуй за 20 тысяч, которые починится. Есть у кого-то? Вон, есть диплодоки всякие, блядь. 20 тысяч рублей? Ну 20 тысяч, блядь. Голды, да. О, Брюли пишет этот. Фуриком сюда залететь. Пускай.
Где он там? Да, он онлайн? Да, сейчас. Как у него? Сейчас зайдет. Да, мне кажется, вот эта фраза, короче, сейчас зайдет. Это настолько сакраментальная фраза для рейдов в, типа, Вове. Это через час, да, зайдет? Не-не, он вот, он просто перезаходит. Вот он в рейде, вот он. Нет, он тот в рейде. А, сука, точно перепутал. А вот он не в рейде. Вот он тот, блядь. Вот а где подоху можно купить? Где он там на? За рубли, наверное, нет? Я не знаю. Да, кого? Мне, динозавра? Мне ассист, да. Это... А, он не в гильдии, бля, сейчас. Не-не-не. Сука. Брутозавр. Красивый. У меня на динозавр, конечно, пидет. Давай, бери этого бича. Буря. Когда там мамонт казался большим. И боните шкаф. А у него аукцион есть у этого маунта? Ну, на кажется... офи есть, а здесь, по-моему, не работает. Мне кажется, на диплодоке там и проститутки есть, блядь. Их просто не видно. За рулем. Проститутка одна. Это, Буребек, ты в Дисе? Да, в Дисе. Ну все, там, ебаните ему газку, там, пристабав, хуй знает. Чек, ну, принимайте его. Все то же самое, только мистери, не сдыхай в лезвие. Кто это, блядь? Новый вар. Арина, ХП, я на АПР. Не стреляйте раньше времени. Не трогайте, ничего не делайте, пускай он добежит, босс спокойно начнет бить. Далакин, получаешь метку, выносишь ее к границе арены. Там с тебя ее диспелят. Под тобой лужа разливается, ты возвращаешься в рейд. Все. А, Девакин, не опозорь, блядь. Мои седины, блядь. Карим. Вот, смотри, Девакин. Перебежали чуть этот на следующую сторону, на другую. Есть салют. Так, мне надо список составить людей, которые сейчас пока бьем, составить ебут. Список людей, которые присоединились вот с Покмановской и Зятовская десятка, чтобы в конце этого КД после сброса 4 косаря не поначислить. В этот список не будут входить люди, которые с первого рейда здесь сейчас. То есть у вас ИП уже какой-то есть, там Вадикон, допустим, еще кто-то, Рарник. Но насчет развязки персов нам надо сейчас с тобой Биг Дэм придумать. Там сам подумай, в какой тебе рейд надо ходить, кем. Надо развязать их. Чтобы не париться там. Пока не заходим, Мишка зайдет сейчас. Скажешь, когда заходи. Заходи. Заходим. Кружок встаем. Ваша позиция всегда вот ровно 90 градусов. Пока нет лезвия. Вот этот шарик за спиной у нас идет. Вот у него будет лезвие через 7 секунд. Через 8. Готовимся. Вот смотрим. Сейчас будет лезвие. Двигаемся. В кружке двигаемся. Только не сильно вперед и не сильно в хвосте стойте. Спереди дыхание, хвост встань на 3 секунды даю. Кончилось лезвие, все, стоим в кружке. Кримзол тебе мирок дал. Беги, малышка, беги! Делаем ставки. Какие ставки? Да я вот тут вот святой. 2% готовьтесь. Кто первый сдохнет? Никто не сдохнет. Сейчас, когда фаза начнется, стопните дамаг все. Стопните дамаг, 3-4 готовимся на портал. Вон в хвосте пошли на выход. Выноси натуралис. 3-4 вышли.
Сбоку сразу стали. Третья, четвертая. Зубраджин, давай Геру. Че взятый там, бегай. Бьем. Темная фаза. Че? Нам тоже Геру можно. Да не, попозже, сейчас 40 сделаем. Сам нормально. В принципе, да, хотел 40. Ладно, перебеги там через босс. Сейчас главное не прослакать, кто... Ну, давакин у меня здесь, в принципе. Лезвие внимательно сейчас будет. Ребят, подъебал, давай вот так вот, что его нож, чтобы ты подъебал. Да, сказать. Как удобно. Так, да, рарник. А, нет, не даем. Не можем пережать вас, наверное, из-за этого. Потому что мы крутые, а вы нет. Такая фигня. Перебегаем. Все, давайте Геру в тьме. Перебегаем, свет быстрее. Хэлла выноси. Хэлла. Буря бека выноси. Вадикон, дай по зубраджину. У меня там 40 секунд в шкале. Диспел. Да, я вижу. Прибегаем, свет. Призен выноси. Лезвие внимательно. Не зарежьтесь. Ты сам себя диспелил, Магнус? Нет. Диспела. Все, последний раз перебегаем. Там 700 тысяч добьет. Добьется уже. О, это о, же да. Это же 15 чешек. Ну ладно, почти хорошо. Я помню. Чудное мгновение. Плащик хороший. Так, ну вот смотрим. Этот самый призан. Я думаю, отдадим, да, кто хилил пацанам. Не против? Запа тоже охуенная. Тебя офф. Да, Буребек. Возьмите Буребека в гильдию, у кого там есть консул, там никакая хуйня. Призан, слышишь? А остальные пацаны, вы там... Вам что, не надо эту хуйню, что не вкуриваю? У вас по сайте есть шаманы? Или я что-то не вижу, блядь? Так, Кримзол. Я бы взял. А, Кримзол у тебя 71-й. Кто бы взял? Я взял на Элема. Поезд. Да я бы вообще каждую шмотку из этих взял, так что. А Зубраджина, что у тебя вообще за хуйня 219-го? Это прикол какой-то? А, Илья, не на тебя смотрю. 219-й пояс у меня показывает, вот смотри. Нет, у него 271-й. А, я понял. Забагалось, наверное, что-то. Но у него такой же. Блять, короче, кому? Блюсаните там, я что-то не вижу. Ну, да? Я за 10% заберу. Так, Кримзол, да? Хела еще ролит. Так, у вас одинаковые 71-е. Ну, короче, этот. Кримзол выше по приору, у него 12,6, а у Хела 5,4. Че, Кримзолу закидывай, да? Так, по идее же. Тот, у кого меньше цифра, тот лучше. Нет? Ладно. Что за цифра? Что за 12? Да это там приорский ПГП там. Сиди. Не ПГП ебаная. Мы с тобой не понимаем. Понятно. Блять, а чё мне... Это почти такой же плащик, как с Жоломана. Угу. Только здесь это красненькое плащик. Гнездо. Вообще а с духом есть такие пояса? Ой, эти плащи. А, вот там ИВК вроде бы, только там 272. Так, а вы что там ролите что-то, нет?
Да, блять, у меня что-то кнопка не работает. Начислить ГП, блять. Сейчас, секунду. Какая-то хуйня. Ну-ка, сейчас другую шмотку попробую. Может, бой какой-то висит, хуй знает. Так, что это? Плащ? Плащ надо кому-то? Надо. Смотрим, вон 100% нажали карга. Хела. Так. А, вот работает. Перезаработал. Так, понятно. Где в ЕПГП можно глянуть, там, не знаю, эту фигню всякую. Слэш, ЕПГП вводишь, если ты аддон поставил. А если вот тут это не работает, и аддон стоит, что тогда делать? Слэш. Что тебе работает? Вот у меня аддон стоит, и я прямо не могу поставить. ЕПГП вот мастер стоит? Да. Именно. И команду вводил, и у тебя что пишет? Ну, типа, что-то неправильно сейчас вот. Да, нажми ГПшку немножко. Может, у тебя галочка не стоит. Устаревшие, да, модификации активируй при входе на персонажа. Вот, слышишь? Угу. Ну ты, все, сейчас я... ГП не в того засунул. А в кого? Это галочка поставить надо. Я ж Кримзолу давал этот пояс. Это за пояс? А, это за пояс. Да, да, да. Там... Может, еще ОС-25 закроем, да? Да какой ОС, в пизду? Все, дал 500 ЕП. Там кто-то ливнул с рейда, я чуть не заметил, ему ИП не надо. Ну да, кто-то. Да, по-моему, кто-то ливнул. Друлит? Друлька, наверное. А, да, друлька. А, друля не видно. Пипец, да. Ну-ка. Сейчас найду его так. Что-то не повезло с вот он на МДД. Вообще, блядь. Все, это самое, до завтра. Завтра, короче, ты так же будешь, да, взятый? Ну смотри, это ТГ подведу. Не, вообще, давай